Сейчас мы с вами проходим в хранилище. В нашем архиве Ставропольского края хранится свыше 1 200 000 дел. Сегодня, 8 июня, празднуется День социального работника. Именно для этого дня мы подготовили дела конкретно по этому дню. Началось все с указа Петра I о создании богадельни для нищих, больных и престарелых. В 19 веке социальную помощь начали оказывать и в Ставропольской губернии. Открылись социальные приюты и столовые для беженцев. Позже разработали специальный проект по уничтожению нищенства. Нуждающимся выдавали билеты в столовую, детей определяли в школу, а жители стали получать первые социальные выплаты. События тех лет подробно описаны в архивных документах. Это вот мы видим отчет заведующего казармой города Ставрополя от 1892 года. Сколько немцев прибыло, сколько было русских, больных и так далее. И вот сколько, то есть, производилось расходов, сколько они тратили на помощь этим нуждающим. В 1915 году в Ставропольской губернии провели масштабную благотворительную акцию. Все пожертвования отдали на лечение больных детей и на содержание лазаретов для раненых воинов. А здесь хранятся дела от 1912 года. В этом документе прописаны подготовительные курсы сестер милосердия Красного Креста. Они должны были помогать больным, нуждающимся и собирать пожертвования. Сегодня в социальной сфере края трудятся около 10 тысяч человек. Это соцработники, врачи, психологи и педагоги. Помощь и поддержку, а также соцвыплаты получает треть населения Ставрополья. А поздравляют всех тех, кто посвятил жизнь служению, добру и милосердию, Анастасия Нужная и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.